УАЗик горит просто. Сейчас маленько вперед дадим, чтобы ровненько он стоял. И удобно было спать. А то скатываете, в одну сторону нормально, а спиной ляжешь и туда и лезешь. А тут вот початка ровная. Увидите, тут понятно, все неровно будет. Вот сейчас подогнали. Ну а смотреть тоже от костра, чтобы подальше ровненько стал. Достаточно расстояние, чтобы не спалить УАЗик, должно быть меры предосторожности соблюдать, и костер следует тушить. А то уйдешь, ветер сильный, на УАЗик искры, думать не надо. Вот так проходит наше с вами сейчас бытие. Вот, ребята, ну, красота. УАЗик горит просто. Весь дружба. Двигатель у дружбана. Ну. Дружище наш. Вот в тайге бывает такое. Видите, рама, была машина, все, что осталось от нее, только вот этот кузов отметено, что будьте, ребята, осторожны в тайге, главное, чтобы наш не остался.